В Ноябрьске прошли публичные слушания по вопросу застройки и межевания территории, расположенной между улицами Муравленко и Ясная. Представители подрядной организации «Граф Инфо» рассказали собравшимся, что здесь запланировано расширение дорожной сети и строительство пешеходных тротуаров. Кроме того, в районе АЗС будет сформирована деловая зона и построено несколько магазинов. Также здесь обустроят 3 зеленые зоны отдыха и детскую спортивную площадку. Займутся строители и инженерной инфраструктурой. В частности, будет усовершенствован водопровод и построена новая система центрального водоотведения. В заключении докладчик сообщил, что если у жителей города возникнут вопросы и предложения по застройке данной территории, то они могут обратиться в Управление архитектуры и градостроительства до 10 августа включительно.